Здравствуйте! В прямом эфире новости. С вами Пана Усимбекова. Сурдоперевод Марат Ажмайбекова. 41 новосел стали счастливыми обладателями новых домов в Райымбекском районе. Мероприятие приурочено ко дню первого президента нашей страны. В торжественном вручении заветных ключей принял участие аким Алматинской области Амандык Баталов. В ходе рабочего визита он также ознакомился с перспективами развития приграничного региона. Растущая численность населения Райымбекского района рождает спрос на жилье. Решением актуального вопроса стало строительство 87 домов, 4 из которых для служебного пользования. Работы ведутся в несколько этапов. На первом уже сданы 33 жилых объекта. Глава Жетысусского края Амандык Баталов принял участие в торжественной церемонии вручения ключей новоселам. Новый юго-западный жилой массив – теперь визитная карточка Нарынкола. Новостройки полностью обеспечены всеми коммуникациями, в том числе и питьевой водой. В планах руководства области в будущем году газифицировать приграничный район. По мнению Амандыка Баталова, создание условий позволит привлечь сюда больше молодых специалистов. Именно на новое поколение глава региона делает ставку, говоря о дальнейшем развитии района. К слову, на сегодня молодежи в Райымбекском районе проживает чуть более 9500 человек. В 2018 году Нурсултаном Назарбаевым было принято историческое решение о разделении Райымбекского района на два самостоятельных региона. Сегодня мы видим результаты. За два года в развитие этого края из республиканского и местного бюджетов было вложено порядка 18 миллиардов тенге. На эти средства восстановлена инфраструктура региона. Только в Нарынколе будет построено 111 домов. На сегодня в районе имеются все условия для проживания и работы. И наша цель – сделать этот край привлекательным именно для молодежи. Отрадно, что за два года сюда вернулось уже порядка 2000 человек. Среди молодых специалистов, вернувшихся в родные пенаты, и Жалгас Сулейменов. Молодой госслужащий получил служебное жилье. Сюда я переехал в 2018 году. С тех пор работаю на государственной службе. Хочу отметить, в районе созданы все условия для комфортного проживания молодежи. Решаются вопрос трудоустройства и обеспечения жильем. Поэтому молодежь возвращается в район. При поддержке главы области акима района сегодня я получил жилье как молодой специалист. Я очень благодарен им за это. Изменениям в жизни родного края радуются и простые жители. Я живу здесь 50 лет, и, конечно же, меня очень радует, что в нашем районе происходит столько изменений. Строятся дома, дороги, есть вода и освещение. Скоро будет газ. А самое главное, я вижу, что в родные края стала возвращаться молодежь. В будущем году в Нарынколе сдадут в эксплуатацию еще 50 домов. Строительные работы уже на стадии завершения. Наряду с этим большое внимание в районе уделяется и социальным объектам. Практически на 80% завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Нарынкол, возведение которого ведется в рамках поручения первого президента страны. Благодаря реализации проекта молодежь Райымбекского района сможет качественно использовать и проводить свой досуг. Сдача объекта планируется в декабре этого года. Глава региона посетил и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание рассчитано на 180 мест. Просторные залы позволят заниматься игровыми видами спорта всем желающим. Есть также спортзал для начинающих борцов и боксеров. Но у него до конца декабря. До конца декабря пусть сделает. Не успеет, потом начинайте штрафные санкции ему дать. Но качественно делать. Райымбекский район богат на талантливых спортсменов. Для большего охвата населения спортом в районе ведется строительство ряда спортивных объектов. Среди них и ФОК. Это 9-й по счету объект в Алматинской области. Стоит отметить, строительству спортучреждений уделяется большое внимание и в отдаленных аулах региона. Их возведение ведется в рамках реализации поручения Елбасы. Крупные преобразования ожидают район и в будущем году. В нескольких аулах появятся фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. Наряду с этим в 4 селах района построят и новые здания акиматов. Стоит отметить, что развитию приграничного района аким области уделяет огромное внимание. За последние два года район претерпел кардинальные изменения. В прошлом году был открыт сервисный акимат, реализован и ряд других социально значимых проектов. В планах развития здесь туризма. Хочу заметить, что качество жизни местного населения улучшилось в разы. Об этом свидетельствует приток молодых специалистов, для которых в районе создаются все условия. Поэтому перед руководством района стоит большая задача по реализации планов на будущий год.
2021 год – важный период для жителей Раймбекского района. Именно в следующем году исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта, уроженца села Карасас Мукагалима Катаева. В честь знаменательной даты планируется ряд мероприятий, главным из которых станет открытие памятника культурному деятелю. Гульмира Тимиргалиева, Жасулан Шинкинджи, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Раймбекский район. Строительный бум. После обретения статуса районного центра Нарынкол превратился в большую строительную площадку. Возводятся новые социально значимые объекты, ведется реконструкция старых и обветшалых зданий. Ремонтируются дороги и благоустраиваются улицы и дворы. Уже по традиции в преддверии двух государственных праздников – Дня первого президента и независимости Республики Казахстан – глава Алматинской области Амандык Баталов посетил Раймбекский район и принял участие в открытии важных социальных объектов Центра обслуживания населения и районной прокуратуры. В связи с обретением статуса райцентра Нарынкол в срочном порядке требовало здание ЦОНа. Ранее сотрудники оказывали услуги населению в неприспособленном помещении. Теперь все невзгоды позади. Новое здание распахнуло свои двери и принимает своих первых посетителей. По словам ответственных лиц, в день они обслуживают до 100 человек. Около 20 сотрудников здесь оказывают почти 700 видов госуслуг. 654 из них в электронном формате. Стоимость объекта – 270 миллионов тенге. В одном здании для удобства граждан соседствуют отделы ЦОНа и местные полицейской службы. Имеется и зал мажилиса на 72 места для проведения конференции и круглых столов. Долгие годы нам приходилось работать в не самых лучших условиях. Несмотря на то, что Кигем был райцентром, у нас в Нарынколе было представительство ЦОНа, которое работает с 2008 года. В помещениях было прохладно, сырость, но мы не жаловались. Хотим поблагодарить Акима области и района за то, что построили такое здание. Теперь работать стало проще и комфортабельнее. Не менее важным событием стало открытие здания районной прокуратуры. Автопарк, кабинеты для сотрудников, залы для проведения различных встреч и собраний. Одним словом, предусмотрено все. Дизайн и архитектурные решения впечатляют, делятся сотрудники госучреждения. Введение в эксплуатацию нового современного здания прокуратуры – знаковое событие не только для прокурорских работников, но и для всех жителей, как поселка, так и района. К слову, несут здесь службу 5 человек. В торжественной церемонии открытия объекта принял участие аким Алматинской области Амандык Баталов. В завершение объезда глава региона провел встречу с активом района. В целом, за два года разделения двух районов заметен огромный прогресс, отметил Амандык Баталов. Сельское хозяйство, строительство, предпринимательство – во всех сферах наблюдается положительная динамика, подытожил глава Жетысуского края. Затем прозвучали теплые слова пожелания от представителей старшего поколения. Аксакалы выразили уверенность, что новосозданный район непременно ждет успех и процветание. Дамир Анитов, Жаслан Шенкенджи, Айдос Калиев, телеканал ЖТ. Мастер-класс с участием профессора НИИ травматологии и ортопедии города Нур-Султан прошел в Талдыкургане. С новыми технологиями и медицинскими подходами, применяемыми в современной ортопедии на базе многопрофильной больницы областного центра, ознакомилась и наша съемочная группа. Нагрузка, которая приходится на суставы – главная причина широкого распространения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Хирургам, ортопедам, травматологам чаще других приходят люди с жалобами на дискомфорт, боли в позвоночнике и в коленных суставах. Увидеть состояние больного колена изнутри с минимальным вмешательством позволяет артроскопия. Хирургическая процедура универсальна, подходит как для диагностики, так и для лечения. Она дает возможность специалисту осмотреть сустав изнутри через небольшой надрез суставной полости и выдает изображение на подключенный к нему экран. Это называется интегрированная операционная. Для совершенствования медицинских навыков в освоении новых технологий, позволяющих свести врачебные просчеты к нулю, проведены практические семинары в многопрофильной больнице Талдыкургана профессором НИИ травматологии и ортопедии Нурсултана Багдатом Балбасыновым. Мы приехали проводить мастер-класс по теме артроскопии коленного сустава на базе многопрофильной клинической больницы, да, города Талдыкурган. Наша основная тема – ознакомительная артроскопия. До этого, значит, артроскопия здесь проводилась. Это как бы начальный уровень, да, скажем, да. Сегодня мы приехали проводить более сложный уровень операции, да, значит, реконструктивные операции.
И в дальнейшем, чтобы это все как бы вводилось в работу клиник, и чтобы уже на местах эти операции чтобы проводились. Подобные операции в многопрофильной больнице областного центра проводятся регулярно с 2016 года. В прошлом году здесь появилась интегрированная операционная, предназначенная улучшить рабочий процесс, управление процедурами и даже совместную работу с коллегами из других клиник. А проводимый практический семинар позволит нарастить объем и качество оказываемой медпомощи жителям Алматинской области. Сейчас осваиваем несколько новых технологий. Во-первых, мы сейчас уже владеем и дальше будем делать своим населением, чтобы наше население не искало эту операцию, эту вид деятельности, помощи, например, тот же Алмате или тот же Астане, Нур-Султане. Этого мы можем оказывать, поэтому могут к нам обращаться. Эта операция делается бесплатно на основании обязательной страховой медицины. Операции на коленном, голеностопном, тазобедренном и других суставах проводятся квалифицированными медицинскими специалистами. Многие из них прошли обучение в ведущих зарубежных клиниках. Мы делали эти операции на первичном уровне. Сейчас хотим идти на более сложный уровень реконструктивной операции при повреждении связочной структуры коленного сустава. Это передний крестообразный связки и сшивание мениска. У нас в отделении работают 6 врачей. Из них, значит, двое обучались в Южной Корее, именно вот по артроскопии. Как карантинные меры закончатся, продолжат учебу ребята. К настоящему времени 10 пациентов многопрофильной больницы областного центра ждут операции на коленном суставе. Благодаря мастерству врачей и передовым технологиям они довольно скоро смогут вернуться к полноценной жизни. Евгения Присяжная, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Во всеоружии. Ракетчики и артиллеристы вооруженных сил Республики Казахстан отмечают профессиональный праздник. В казахстанской армии они являются основной огневой силой сухопутных войск. В честь знаменательной даты в Талдыкурганском гарнизоне по традиции проходит грандиозное мероприятие. Военные патриотические песни наряду с юмористическими сценками о служебных буднях и зажигательными танцами в исполнении молодых солдат. На торжественном мероприятии в стиле милитари побывала и наша семья. Съемочная группа. В местном гарнизоне царит воодушевляющая атмосфера. Военнослужащие войсковой части 18404 празднуют День артиллерии, огневой мощи вооруженных сил. На торжестве под бурные аплодисменты служащих звучат военные песни. С духом патриотизма перекликается и задор молодых солдат. Глядя на непринужденную обстановку, сложно представить, что будни солдат полны тяжелых и изнурительных тренировок. Ведь их основная задача – это круглосуточное служение Отечеству, родной земле. И удивительно, что эти молодые ребята, на чьи плечи возложена большая ответственность за сохранность спокойствия целой нации, умело поддерживают в душе позитивный настрой. В нашей части имеются артиллерийские и минометные подразделения, которые непосредственно отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В данном зале находится весь личный состав, который проходит службу в артиллерийском дивизионе и минометных подразделениях. Призвал себя с Павлодара. Очень рад служить в десантных войсках в Талдыкургане. В общем, что я могу сказать? Сегодня праздник, День артиллериста. Всех поздравляю с этим праздником. Помимо всплеска позитивных эмоций и хорошего настроения, организаторы праздника подарили военным памятные подарки. За непревзойденное владение боевой техникой 30 лучшим артиллеристам и ракетчикам также вручили грамоты. Адина Смагулова, Жайх Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Спасатели региона эвакуировали 9 человек с перекрытой из-за метели трассы. Инцидент произошел на дороге Ушарал-Достык. По информации ДЧС региона, 20 ноября они провели сразу 2 спецоперации по спасению людей на трассе. В первой аварийно-спасательной работе приняли участие сотрудники пожарной части номер 20 станции Достык. Они спасли из снежного плена 3 человек на участке Ргайте и Жаланашколь. Второй вызов поступил поздним вечером вблизи участка Ргайте. Люди нуждались в эвакуации. Спасатели не заставили себя долго ждать и пришли на выручку 6 гражданам и ребенку. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.